Говорит не Москва. Слушайте внимательно. Может быть, удастся поговорить. Тук-тук. Телевизор часто смотрите? Когда поменьше войну показывают. Много лет туда сливали. То есть весь город стоит на могилах и, пардон, на провал. На дерьме. Когда промышленные компании приходят на оленеводческие территории, то есть это получается сокращение территорий, а что останется-то? Нужно покончить с той системой, когда все доходы от регионов забирает себе Москва, на эти доходы строят себе электробусы, велодорожки, парк зарядья. Это федерализация, глубокая федерализация, то есть тогда, когда власть, федеральная власть проистекает из регионов. Пропаганда действует так дуболомно. Мне насаждалась такая ненависть. Принятие войны как образа жизни. У России нет друзей, мы одни. Мы одни. Ты не знаешь, что делать. Вот как поступить, что делать.